Привет. Здорово. А я думал, другая ссылка, честно говоря. Ну, да, но нас в последнее время она почему-то не скидывает, она просто оставляет вот это и все. А, ну окей, тогда. Че, сколько у тебя за работу? А, а что, пришло, что ли? Да, 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 да. 7 10 у меня ну нормально нормально Так, ну я думаю, что мы вряд ли кого-то еще ждем, поэтому давайте начинать. Окей. Okay. Uh, в общем, у нас сегодня семинар, который выбивается довольно сильно среди всех семинаров на курсе. Ну вот у нас, типа, первые несколько семинаров были не очень про машинное обучение, а этот семинар, он просто не то, чтобы по материалам курса. Значит, семинар будет про работу с текстами. Вообще говоря... Нормально работать с текстами, получается, при помощи нейронок. Да, то есть, сейчас, если говорить про NLP, natural language processing, то это какие-то большие нейронные модели, значит, на основе архитектуры трансформер, да, такие как типа GPT, вот эти все. Собственно, мы сегодня поговорим немножко про то, как работать с текстами при помощи машинного обучения, скорее больше, как делать предобработку текстов. Ну и, в общем, какие-то очень простые задачи решать. Вот. Если говорить в целом про задачи NLP, которые существуют, задачи Natural Language Processing, их довольно много. То есть там можно напридумывать кучу всего от каких-то самых простых базовых задач из серии, не знаю, э, значит, есть какие-то комментарии, вам нужно сделать анализ тональности этих комментариев, определить, где положительные, где отрицательные. Или там, не знаю, письма на почте, нужно определить, спам это или нет. Ну вот такая простая задача, по сути, классификации текстов бинарной. Вот. Также есть там задача, допустим, многоклассовая классификация, определять, например, тему или жанр текста. Ну да, вот что-то такое. Также, конечно, существуют различного рода машинные переводы, Просто перевод с одного языка на другой, распознавание и синтез речи, конечно же, извлечение различного рода информации. Такая задача называется извлечение именованных сущностей или Name Entry Recognition. Вот, «Нер» она называется. Можно тоже посмотреть. Это, например, если нам нужно, там, не знаю, из текста достать все города или из текста достать все имена, ну или вот что-то такое. Также можно решать различные задачи суммаризации текстов. Допустим, у нас там есть какое-то большое произведение, и мы хотим сделать его какой-то краткий пересказ. вот Также в раздел NLP включаются всякие вопросы на ответные системы, чат-боты, да, это тоже NLP. Ну и, в общем, много всего еще можно придумать. Вот генерацию текста в том числе, когда нам там модель по какому-то небольшому описанию того, что мы хотим написать, генерирует нам текст. Или там по первому слову она генерирует оставшиеся слова в предложении, в тексте и так далее. В общем, здесь задача просто немереное количество. НЛП сейчас, наверное, область машинного и глубинного обучения, которая развивается максимально стремительно на данный момент, ну вот с появлением трансформера. Вот. Но про трансформер вы узнаете в следующей части курса, когда будете говорить про глубинное обучение, про нейронные сети. А сегодня мы поговорим чуть про... Ну, не чуть, а сильно про более простые концепты. А, вот. В целом, работу с текстами, как и со всем остальным, можно разделить на две части. Первая — это предобработка, и второе — это ну, значит, векторизация, нам нужно эти тексты перевести, конечно же, в числа для того, чтобы подавать на вход модели машинного обучения. И здесь оба этапа работы, они ну, довольно сильно отличаются от того, что было раньше, потому что предобработка текстов — это тоже что-то такое свое особенное, и векторизация текстов, ну, тоже, значит, хотелось бы ее делать немножко поумнее, чем просто вот как-то закодировать чиселками, но об этом чуть дальше. Собственно, сегодня на семинаре мы как раз-таки посмотрим про эти этапы работы, значит, поговорим сначала про предобработку, потом поговорим про векторизацию, и дальше поговорим немножко еще про регулярные выражения и совсем чуть-чуть про категориальные признаки, про работу с ними в самом конце. Вот, план примерно такой. Так, сейчас, секунду, что у меня сейчас там. Ну, ну, хорошо, давайте начнем с токенизации. Значит, первое, что нам нужно сделать, когда у нас на входе есть текст, это ну, желательно его разбить на слова или на какие-то смысловые части. Ну, вот самое простое, что мы можем сделать, по сути, это взять и типа посплитить текст по пробелам. Как вы думаете, какие здесь есть проблемы? Ну вот, типа, если мы будем просто брать и текст разбивать по пробелам, почему это может быть не очень хорошо? Иногда, может быть, нужно не по пробелам разбивать, а по каким-то другим символам. Но у нас же могут быть разные данные. Точки запятой могут быть и так далее. Ну, у нас в любом случае, как бы слова-то разделены пробелами, вряд ли у нас там будет текст, которым, типа там нет пробелов, а там просто, типа, запятые или какие-то другие странные символы. Могут быть ошибки в тексте, но разбиение здесь особо ошибки никак не исправит. То есть, если мы будем как-то по-другому разбивать тексты, то с ошибками мы не сможем бороться. Пум -пум -пум. Mm -mm. Так, после знакового препинания не всегда идут запятые. Вот тут я не очень поняла, что имеется в виду. А сплит вообще пробелы. работает? Пробелы, да. А, я вот думал, может быть, сплит работает mm -hmm. долго сам по себе. Я просто не знаю внутри, как там. Возможно, в этом тоже проблема будем считать. Ну да. Ну, то есть я, скорее, спрашиваю не просто про сплит типа, библиотечный, а в целом про метод работы, когда мы разбиваем про пробелы. А, окей, хорошо. А, ну вот... Близко все к правде. Например, бывает так, что нам важно отделять какие-то знаки пунктуации. Допустим, они нам будут влиять на смысловую нагрузку текста. Если мы будем просто брать список по пробелам, ну вот сейчас давайте это сделаем. Значит, для этого мы будем использовать библиотеку, которая называется NLTK. Если вы работаете, работаете не в коллабе, то ее придется установить. В общем, NLTK это библиотека для работы с NLP. Там много разных методов есть, в том числе там есть всякие токенизаторы, которые как раз-таки разбивают тексты. Их там много разных видов. Ну, вот посмотрим на самый простой: а еще там, например, хранится типа пунктуация. То есть все знаки препинания там хранятся. Можно на них смотреть, и потом как-то удалять актуацию из текстов и так далее, ну, на насчет этого тоже чуть попозже. Окей, есть у нас какой-то пример: вот такое предложение. Но не каждый хочет что-то исправлять, и грустный смайлик в конце. Если мы возьмем и просто посплитим через пробел вот сделаем обычный сплит, то будет такое. То есть, у нас вот последний а, этот смайлик он как бы склеивается со словом. Да, и допустим, если бы у нас там были какие-то знаки восклицания, ну, запятые, все там точки, они бы тоже со склеились со словами. А, возможно, это и не очень плохо, конечно, все зависит от задачи, но иногда, допустим, нам нужны эти знаки восклицания отдельно. Вот мы их не будем удалять, и мы их хотим отдельно как-то воспринимать, потому что будем считать, что мы вот какую-то эмоциональную окраску текста а, изучаем. И вот если знаки восклицания есть, то это... Ну, кстати, ладно, знаки восклицания, наверное, плохой пример, потому что непонятно, это положительно или отрицательное окрашено, это может быть и, и плохое, и хорошее восклицание. Ну, короче, вот, допустим, смайлики те же. да, То есть, наверное, если это улыбающаяся скобочка это хороший текст. Если это грустная скобочка это грустный текст. Вот. А здесь они как бы склеиваются со словами: ну, если там не было пробела, и все. Мы их не отделяем. Вот, можно использовать токенизатор для этого. Значит, здесь он называется Word но это не единственный токенизатор, который там есть. В общем, в NLTK Tokenize есть разные токенизаторы. Сейчас на них тоже посмотрим. Ну, давайте пробуем его. Вот он уже разбивает по словам, ну, то есть утверждается, что он разбивает по словам, и он вот эти вот все знаки, они тоже отдельно отделяет. Да, видим, что вот у нас Пунктуация отделилась. И если бы у нас там были какие-нибудь запятые, они бы тоже отделились отдельно. Ну, что-нибудь поставим какие-то там тире, где-нибудь еще запятую рандомную поставим. Ну да. А, ну здесь они бы и так отделились. Конечно, тире бы отделилась, потому что оно через пробелы. Ну вот запятая бы не отделилась, а здесь запятая отделяется. То есть пунктуация здесь отделяется. Возможно, это нам может понадобиться. Вот, а, как раз таки, если мы посмотрим на все токенизаторы, которые есть, их довольно много, вроде как, если так не делать, то их там будет еще больше, ну, а, нет, ладно, по-моему, не все токенизаторы, тут есть что-то, да, токенизаторы, наверное, вот до, до этого, до 16-го. Ну, короче, вот, довольно много токенизаторов всяких есть, и в целом э, они есть не только в этой библиотеке, еще в других библиотеках для работы с текстами тоже разные есть. Э, ну и, по сути, токенизатор подбираются просто от специфики задачи. То есть где-то нам, допустим, важна та же пунктуация, мы хотим ее отдельно выделять и оставлять. Э, где-то нам, там, не знаю, важно раздеть... Э, э, Боже, господи, разбить, <laughs> я совместила слова разделить и разбить, разбить слова на какие-то световые части. Допустим, у нас есть там какое-то длинное слово, состоящее из нескольких основ, и мы вот его еще хотим поразбивать на составные части. Тогда нам нужен какой-то более сложный токенизатор, который умеет это делать. Ну и, короче, от специфики задачи это тоже зависит. Здесь есть примеры еще нескольких токенизаторов. Есть вот такой, называется White Space Tokenizer. Он возвращает вот следующее. Он возвращает индексы э, начала и конца, да, начала и конца слов. А при этом здесь, по-моему, да, здесь не отделяется отдельно вот эта пунктуация, судя по вот этому. Но вот, короче, в таком формате он кодирует наши данные, токенизует, вернее, токенизирует наши данные пока что. Вот. Потом есть вот такой токенизатор – довольно специфичные, кажется. Ну вот есть фраза Don't Stop Me. Попробуем ее токенизировать при помощи 3Bank Word токенизатор Ну и вот что он сделал? Он, короче, разбил don't на do и nT. Сначала, когда я прогоняла тетрадку, я подумала, что он умеет разбивать какие-то сложные слова на смысловые части. Вот как раз таки, когда у нас там типа несколько слов, нет, он не умеет. Он, видимо, вот разбивает слова э, вот такие, типа, и серии, если бы у нас там было cats, наверное, сейчас, ну-ка, если бы у нас там было какое-то типа, много... множественное число котов, нет, ничего бы не было, а если было бы вот так, то, наверное, он бы отделил. Понятно. Ну, ладно. А... Ну, короче, вот такие штуки он умеет разделять. То есть, например, если бы у нас там было в предложениях, ну, в тексте в целом там разные don't, doesn't, то он бы все поразделял как do отдельно и вот это вот кусок с апострофом. Вот. То есть, ну, по сути, вот эти все слова типа don't, doesn't, у них у всех есть общая часть do, и он эту часть выделит. То есть он не будет это воспринимать как вот полностью все разные слова, а что-то общее выделит. Ну, короче, вот такое есть токенизатор тоже. Потом есть какой-то странный токенизатор. Что он делает? Давайте посмотрим. Ага, он отделяет отдельно, видимо... Так, что он делает? Ну да, он в скобочках то, что... Давайте попробуем протестировать. Понятно. Он по скобочкам, по сути, токенизирует. Значит, и то, что в скобочках он выделяет отдельно, то, что вне скобочках тоже отдельно разбивает. Если мы принципе, вот так напишем, что будет, все сломается. Да, все сломается. Короче, это что-то со скобочными последовательностями связанное. Вот. Ну, как здесь написано, вообще, как будто бы это не очень для текстов на естественном языке потому что не очень понятно зачем нам работать с правильными скобочными последовательностями. В общем есть разные токенизаторы, странные не очень. Вот есть, например, токенизатор, который может быть полезен для работы ну, с различными твитами, сообщениями. Он называется твит Как раз таки дальше мы будем работать с этосетом твитов. Вот что он делает? Смотрим. Ну, по-хорошему, он делает то же самое, что делал. А, нет, смотрите, он смайлики не разбил. Значит, смайлик оставил. Да, видимо, токенизатор, который работает с цветами, он понимает, что это смайлик и его не трогает. Сейчас давайте что-нибудь другое попробуем написать. Где у нас пример? Так, окей, это у нас был радостный смайлик. Что еще можно понаписывать? Ну, ой, грустный смайлик. Был радостный, я уверена, он наделит. Что еще специфичное для твитов может быть? Я не знаю. Какие-нибудь, типа, знаки восклицания. Знаки восклицания. Что будет с ними? Окей, знаки восклицания я отдельно повыделял. Да, тут <свят> еще примеры смайликов. <свят> Спасибо. Боже, я все еще страдаю с клавиатурами. Ну вот не справляется он с более сложными смайликами, но он умеет отделять обычный грустный и обычный радостный смайлик. <свят> да, печально. Вот, это что касается токенизации. Ну, здесь, если суммируя, то токенизация просто подбирается отдельно под свою задачу, в том числе да, там после токенизации мы еще будем как-то обрабатывать эти тексты, поэтому не то, чтобы это, типа, самый критичный момент на свете. Вот, часто используется действительно просто токенизация по пробелам, ну, или чуть более сложная, когда вот еще, короче, такие длинные слова разбираются, разбиваются на чуть более короткие ну, и на чуть более короткие куски. Вот. Потому что дальше у нас там еще будет предобработка. Собственно, следующее, что еще можно делать с текстами, можно оттуда убрать стоп-слова и пунктуацию. Что такое стоп-слова? Короче, в библиотеке NLTK тоже есть список, который можно подгрузить через download, stop words. И это, по сути, слова, которые не имеют особо большой смысловой нагрузки для текстов. То есть они особо не влияют на то, что в них написано. Вот. Можно посмотреть на список российских стоп-слов и английских отдельно. Там есть другие языки, насколько помню. Ну, посмотрим. Ну вот, значит, список российских стоп-слов, что здесь есть там. И в его не, что он на я. Ну и, короче, их довольно много. Мне кажется. Нет, ладно, не больше, чем в английском. Но все равно довольно много. Короче, это слова, которые довольно часто встречаются, э, ну и они не очень сильно влияют именно на смысл текста, хотя тут тоже все зависит от задачи. Возможно, может встретиться какая-то задача, где не стоит удалять стоп-слова, и они там влияют на смысловую нагрузку. Короче, все зависит от задачи, которую мы решаем, все зависит от специфики текста, с которым мы работаем, в том числе. Вот. Но в общем, такой, такая опция есть. Список английских стоп-слов тоже здесь всякие типа местоимения. Короче, связки. Мне кажется, тут, как будто бы только местоимения. Нет, вот еще есть там do, has, have, окей. Okay. Какие-то странные куски. Ну, в общем, суть понятная, я думаю. Вот. Также есть пунктуация. На нее мы уже смотрели чуть повыше. Короче, здесь просто все знаки препинания. Можно их также удалить из текста. Вот. Часто пунктуация не влияет особо на решение нашей задачи. Но бывают ситуации, когда влияет, как я уже сказала, вот, допустим, нам там нужно будет учитывать скобочки. Как раз-таки в... при работе с цветами пунктуацию удалять не стоит, и там вот эти скобочки важны. И мы, когда обучим сейчас модели, мы поймем, что там чуть ли не самый важный символ для определения тональности текста — это скобочка. Это забавно. Но, короче, да, Иногда их приходится оставлять. Или, допустим, там, типа, знаки тоже могут быть важны. Или, не знаю, что еще может быть важно. Ну, или из серии, если у нас там... Ладно, это тупая задача. Сейчас что-нибудь другое придумаем. Ладно, другое не придумывается. Вот. Ну и, соответственно, можно там составить просто общий список назовем его noise, в котором будут храниться стоп-слова плюс пунктуация. И условно потом просто чистить наши данные от стоп-слов и от пунктуации, получается, у нас останутся просто вот отдельные слова, с которыми мы дальше уже будем работать и решать какую-то задачу. Вот. Также методы, которые используются и которые довольно полезны, это методы лимитизации и стайминг. Короче, у нас есть проблема в работе с текстами: в том, что у нас модели, ну если мы все оставим как есть, у нас модели слова, которые по сути одинаково имеют одинаковый смысл, будут воспринимать по-разному. То есть, из серии, если у нас там есть слово код, а есть слово кота, есть слово коту, то это все будет восприниматься как разные слова, если мы ничего не сделаем перед тем, как их кодировать. Но не то, чтобы это правда. То есть для восприятия текста это не имеет никакой разницы. Это никак не влияет, если не очень какая-то специфичная задача. Поэтому мы бы хотели, чтобы это все стало одним и тем же словом. Вот. Еще, кстати говоря, это влияет потом на скорость вычислений. Да, то есть если мы оставим огромное количество слов в текстах, то потом будет сложнее их все кодировать, ну, короче, много проблем возникает с пониманием текста, с скоростью работы этих моделей. Поэтому есть методы, которые называются лематизация. Во-первых, это такой более правильный метод с точки зрения языка. Короче, это приведение слов к начальной форме или леме. Ну, вот здесь есть правило, да, для существительных это именительный падеж, единственное число, для прилагательных именительный падеж, единственное число, мужской род, и для глаголов причастие и причастие, глагол в инфинитиве. Вот. Например, там пью, пил, пьет, перейдут все в пить. Ну или вот как я привела там с котом, на да, этом разные падежи, они тоже переведутся все в один. Вот есть два хороших, две хороших имплементации лимитизации в двух библиотеках. Первая библиотека это MySteam, и вторая библиотека это Pymorphy. И это имплементация для русского языка, на самом деле с русским языком наибольшие проблемы возникают, потому что тут прям довольно сложно все в плане с вот этими формами слов. Там прям есть над чем работать. С английским чуть попроще, но тоже есть, значит, климатизаторы для английского языка. Ну, мы посмотрим на два таких. Значит, есть библиотека, которая называется MySteam. Ее тоже нужно будет подгрузить, если вы... Ну вот, давайте посмотрим, что будет происходить. Берем MySteam Analyzer, берем тот же самый пример, который у нас был, и применяем, делаем лимитацию. Ну давайте сначала посмотрим, что у нас за пример был. что там уже непонятно. Хорошо, значит, что у нас изменилось? Ну вот хочет, изменилось на хотеть, на больше ничего не изменилось. У нас какой-то простой пример был. Давайте напишем что-нибудь посложнее. Придумайте какой-нибудь пример предложения мне, пожалуйста. Ой, что я делаю? Где есть что поменять в формах слова? Мне лень придумывать. О, ладно, сейчас тоже подумаю. Ну, тут да, тут тоже надо что-то интереснее. Ну, сейчас мы просто возьмем предложение и сами поменяем слова так, чтобы они выглядели странно. Так, а что я не могу копировать с этого? Я не готова писать самостоятельно. Ну, ладно. Так, сори, я сейчас буду плохо писать без клавиатуры. Окей. Okay. Что мы можем здесь поменять, чтобы было интереснее? Можем поменять какие-то формы слова, типа не охотник, а охотнику, желает, окей, okay. каждый, там, не знаю, каждому. Ладно, не будем трогать знать, где сидит, сидят фазаны. Отличное предложение на русском языке. Ну, смотрим. Значит, каждому изменилось на каждый, охотнику на охотник, желает на желать, знать осталось, где осталось, а сидят на сидеть, ну и фазаны на фазан. Вот, довольно неплохо. То есть у нас предложения, в которых встречались эти слова на в разных формах, будут все приведены к одной форме, и в итоге у нас итоговые как бы словарь всех слов, которые есть, станет будет удобнее работать. Ну и плюс типа мы слова, которые одинаковые по смысловой нагрузке, сделаем действительно одинаковыми для наших моделей. Класс. Вот есть еще библиотека, которая называется Pimorphia. Pimorphia 2». Ага, ее нет в коллабе. <связь> ну, значит, берем морф и морф Попробуем uh, с ним поработать. Но здесь есть отличие, что вот Steam он работал со всем текстом. То есть мы можем подать туда на вход полное, полное предложение, весь текст, который у нас есть, и он обработает каждое слово. Пойм, uh, by... сейчас, господи, где? он? Морфи uh, работает с отдельными словами. То есть если нам нужно будет применить его к тексту, нам придется отдельно каждому слову поприменять. Вот, значит, здесь мы берем Pymorphy Analyzer, делаем парс и подаем туда на вход одно слово. Хочет, например. Но здесь, помимо того, что нам выдается как бы нормальная форма слова, если мы напишем вот так вот, да, normal form, здесь также выдается некоторая полезная информация. Что здесь за информация? Ну, во-первых, у нас там исходное слово сохраняется. Дальше... Это, конечно, хороший вопрос, что это такое. Вот это полезно. Значит, это по сути характеристика слова. Возможно, она может как-то понадобиться. Нам говорят, что это слово глагол, значит, несовершенного вида, единственного числа, там, третьего, что это такое, третий род, вот, настоящего времени. Ну, короче, да. Вот так вот. Так, тут есть какие-то... Примеры, значит, ну давайте попробуем, что у нас будет со словом зеленеющих. <связывающие> Я промахиваюсь с буквами, извиняюсь, где еще? <связывающие> <связывающие> О, господи, тут что-то страшное, кстати зеленеющих. Оно нам говорит. А, слово ⁇ зеленеть ⁇ Хорошо. Почему тут три разных этих выдалось? Так. Угу. Тут, короче, вот в этом описании три разных варианта нам выдалось. А чем они отличаются? Множественное число. Здесь тоже множественное число. Что такое «эним»? Ага, и вот это вот еще что-то. Сейчас давайте посмотрим, что он выдает. Мне интересно. <связывается> Есть документация нормальная, нет? <связывается> Сейчас давайте поищу секунду. Ну вот у нас, кстати говоря, еще куда выдавалось, вот выдавалось. Типа три разные вещи, там еще для каждого ну, три разных разбора, и нам для каждого разбора выдавался свой скор. Это вот типа с какой вероятностью э, это правильный разбор. По сути, насколько уверена наша модель в том, что вот такое определение. И у нас там было у всех 0,33. Не очень уверена. Так, ну где объяснение того, что она выдает? Так, ладно, короче, что-то мне не очень ищется. А, вот оно открылось теперь, когда я уже решила перестать его искать. М -м -м -м. Почему здесь нет нормальной документации? О! Окей, что-то нашли. Нет, хорошо, это про первым словом. Я не очень понимаю, что такое последнее. Первое — это ладно. Вот тут последнее есть, значит, джент, что-то еще, локт. Вот это не очень понятно. Ну, ладно. Короче, вот у нас несколько вариантов разбора оно дало. Ну, то есть в первом оно не ошибается. Не, ну, не то, что ошибается, оно уверенно в первом. Вот оно говорит, что это что-то там а, причастие, да. <coughs> О, спасибо. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Что-то сложно. окей, да, это Хорошо. Не сложно. Все, ладно. Давайте на этом закончим со словом зеленеющих. А, вот здесь было еще объяснение, что это, значит, наклонение. Еще. Сейчас вернем. Угу, вот это вот последнее, то, что здесь было, это еще, значит, изъявительное наклонение. Может быть. Окей. Ну, короче, вот особенности русского языка здесь все указываются. Здесь, возможно, тоже как-то потом может понадобиться. Хорошо. Так, и здесь есть... Тоже пример про особенности пойморфия, про особенности, скорее, MyStim. Давайте попробуем применить его к двум разным предложениям. Значит, есть предложение. За время обучения я прослушал больше 40 курсов. И второе предложение — сорока своровала блестящее украшение со стола. То есть здесь есть два одинаковых слова, казалось бы, сорока и сорока. Это амонимы. Ну и вот попробуем посмотреть, что нам вернет вообще MyStim. Значит, а Steam нам возвращает начальную форму здесь 40, где у нас 40, а там, где у нас 40, он возвращает 40. Вот, и при этом он там еще корректно определяет что-то такое. То есть это вот числительное, это у нас существительное. Ну, неплохо. То есть он умеет еще с амонимией работать. Вот здесь по эморфе уже не сможет как бы нормально нам что-то сделать. Давайте введем сорока или сорока, непонятно, что я ввела. Ну вот, и выходит вот такая ситуация. То есть у нас тут где-то есть нормальная форма сорока, а где-то есть нормальная форма сорока. Потому что Пайморфи не может понять по одному слову без контекста, что это за слово. Вот, такая проблема с аммонимами здесь возникает. Ну а так как мой Steam получает на вход как бы весь текст, он может смотреть контекст и он может понимать, короче, может определять верно аммонимы довольно неплохо. Вот, это первый метод. Как я уже сказала, он более хорош с точки зрения языка. То есть он более корректно работает с точки зрения языка, выводит какие-то нормальные слова, которые существуют. Есть еще метод, который называется стемминг. Ну, чаще вот применяется лимитизация, но есть стемминг, который, по сути, отбрасывает просто окончание из суффикса у слов. Поэтому слова в итоге выглядят не всегда как слова русского языка. Они могут выглядеть очень странно. Но вот, если нам зачем-то пришлось еще сократить наш набор слов, сделать как бы еще меньше слова, потому что, ну, после вот этого метода, короче, он... Сейчас давайте попробуем придумать пример, пока я вот это позапускаю. Посмотрим на стеминг. сначала. Так, значит, мы его грузим тоже из NLTK. Модуль называется Steam Snowball. Грузим Snowball Steamer. Stemmer. Ну и давайте посмотрим, что у нас выдаст. Значит, мы грузим российскую версию, там есть не для, не для русского языка, и проходимся по каждому слову, потому что стемер работает тоже для одного слова. Ну и потом, значит, мы должны соединить этот текст обратно. Вот что у нас получилось с нашей фразой, которая. Ну, у нас там странная фраза уже была сейчас. Мы там ее поменяли десять раз. Окей, okay, вот это у нас было. Ну ладно не будем менять просто посмотрим что там поменялось смотрите если мы сюда применим стемер то получится что-то такое значит каждому у нас изменилось в каждом охотнику к охотник желает же жила знать нат где сидя сид фазаны, фаза. То есть вот как-то странно оно все это обрезает, но вот суть такая, что вот значит, у нас слова тоже будут э, сокращаться, количество слов в итоге тоже сократится. Ну это такое. Короче, с точки зрения русского языка не очень э, хорошо интерпретируем метод, но он тоже есть. Вот, есть тут еще вариация для английского языка. Тоже можем посмотреть, что здесь получается. Ну, смотрим. Так, тут как-то он ничего не меняет особо, вот, вот это слово нет, тоже не поменял, сейчас, это странно, будто что-то сломалось, подождите, возможно, мы не поменяли токенизатор, нет, а, так, господи, это просто токенизация, я не запустила. Все, смотрим теперь. Это была просто токенизация, это мы просто разбили на слова. Вот здесь он уже, уже применен стимер стимер. Смотрим. Пум-пум, ничего не поменялось. Вот это слово поменялось. Дальше Ирс на ir. Favor some advice. Advice. Просто отрезалось последнее и. Окей. Okay. Turning на turn. Ну, хорошо. Но ну, можно, кстати, заметить, что русский он меньше щадит. В русском там прям вообще уже все плохо. Здесь прям не все слова изменяются. Ну, короче, вот что-то такое происходит. И, значит, тоже полезно это все делать при обработке слов для того, чтобы у нас разные слова Становились одинаковыми, и дальше при кодировании, как раз-таки, что является следующим шагом, мы уже будем их воспринимать одинаково, потому что, по сути, как бы на текст они никак не влияют. Окей. Хорошо, дальше мы перейдем к как раз-таки векторизации. Хорошо, мы обработали текст, и теперь нам нужно как-то перевести все слова в числа. Вот как вы думаете, какие здесь вообще есть особенности работы с текстами? То есть раньше мы кодировали просто категориальные признаки какие-то, там у нас были ну, одно слово. Да? А здесь у нас целые тексты. Вот что вообще важно при кодировании текстов, при переводе их в числовой в формат? То есть мы хотим как бы создать, мы хотим предложение, текст преобразовать в вектор чисел таким образом, чтобы у нас как бы в этом векторе чисел хранилась информация о тексте, о предложении. Вот что важно нам при такой векторизации? Что нам важно понимать о тексте? То есть мы типа хотим закодировать каждое слово, в итоге у нас получится вектор чиселок. Есть ли тут какие-то идеи? Ну вот что нам важно для понимания текста вообще? Типа вот как... Порядок. Порядок, да, порядок слов очень важен, это правда. То есть у нас в зависимости от порядка слов все может сильно изменяться. Значение предложения может очень сильно меняться в зависимости от порядка, это правда. Ну, и, наверное, нам еще важна там, частота встречаемости каждого слова при его кодировании, тоже стоило бы учесть. Ну и в целом как бы нам... В текстах очень важны взаимоотношения между словами. Не то, чтобы мы просто можем взять и закодировать каждое слово, сказать, что, типа, вот слово I — это единица, слово M — это двойка и так далее. Но это будет какое-то совсем глупое кодирование. Вот, нам важно именно, как слова соотносятся друг с другом в предложении в важных порядок, важных количество и так далее. И там довольно много нюансов, поэтому подходы для вот этого запоминания всего, запоминания связи, они уже более сложные. Ну вот, отлично справляется с этой задачей uh, attention, который есть в трансформерах, и это уже, типа, очень забегая наперед. Сейчас мы ничего такого супер классного не рассмотрим, мы рассмотрим самые простые методы для того, чтобы вообще хоть как-то закодировать этот текст, чтобы с ним можно было работать при помощи машинного обучения. Короче, самый простой подход, который есть, он называется back -of Работает он супер просто. Значит, мы берем, uh, смотрим на все тексты, с которыми мы сейчас работаем. Создаем из всех, ну, токенизуем их, токенизируем, разбиваем на слова и создаем словарь из всех слов, которые у нас встретились. Ну, значит, будет у него какой-то размер. Обычно это огромный размер, если мы работаем с какими-то нормальными текстами, а не просто вот с одним предложением. Да? То есть слов встречается довольно много уникальных. Вот в том числе для этого мы делали там всякие лематизации, для того, чтобы немножко уменьшить этот размер словаря. Но он все равно будет большой. И потом для каждого текста, мы будем его векторизовать э, таким образом. Мы выдаем вектор длины равному, э, равной количеству слов в словаре. То есть сколько у нас всего вообще слов встречалось, вот такой у нас будет размер вектора. Тут уже, мне кажется, видна проблема, что, короче, векторы будут огромные для каждого текста. Ну ладно. И кодируется это так, что у нас просто на вот позиции, которая отвечает за конкретное слово, будет стоять частотность встречаемости этого слова в этом тексте. И по сути выйдет так, что у нас эти вот векторы будут огромные, там будет куча нулей, и вот на каких-то позициях будет стоять там типа единичка, если слово встретилось один раз в данном тексте, там, двойка, если слово встретилось два раза и так далее. Вот, конечно, это можно там типа все оптимальное хранить в виде вот этих sparse matrix, где мы храним просто позиции не нулевые, но все равно, короче, не очень эффективно. Очень много там. <laughs> ну, короче, странные у нас векторы, огромные. Посмотрим, как это работает на практике. Значит, вот у нас есть такой корпус текстов. Вот три предложения тут есть. Значит, I like my cat. My cat is the most perfect cat. Uh, is this cat, or this is this spread? Окей. Okay три текста. Теперь давайте попробуем токенизировать эти тексты. Ну, соответственно, просто пройдемся этим word токенайзером. Хорошо, прошлись. Ну, здесь мы, по сути, просто пунктуацию удалили. То есть вот здесь мы прошлись э, токенизатором э, и проверили, является ли это буква или нет. А удалили точки. Ну хорошо. Идем дальше. Дальше мы будем использовать аккаунт э, и vectorizer. Он, кстати говоря, есть в SQLarne. Модуль feature extractions, э, extraction, text. Ну, вот у нас есть аккаунт vectorizer Это обычный Back of -words. Значит, что мы здесь делаем? Мы его сначала объявляем, потом делаем fit-transform на нашем корпусе текста, вот который, ну, который мы очистили немножко. Соответственно, делаем здесь токенизацию сразу. Mm -hmm. Ну, не токенизацию, по сути, мы типа, сделаем словарь из, текста, из слов, которые у нас есть. Вот, можно посмотреть на словарь. <coughs> И он выглядит вот так. То есть здесь у нас просто собра собрались все возможные слова, которые у нас встречались во всех текстах, с которыми мы работаем. Сейчас их, конечно же, мало, потому что у нас три небольших предложения, обычно их будет много. Ну и вот это все. Вот эти вот закодированные штуки, при помощи BacoForce, как я уже сказала, они хранятся в виде sparse matrix, что неплохо, конечно, но все равно можно делать все оптимальнее. Спарс матрикс это матрицы, где много нулей, не очень много не нулевых значений, и поэтому они хранятся в формате, ну, типа, хранятся индексы позиции не нулевых значений, по сути, а не полностью матрицы. Ну и вот мы можем посмотреть, как эта матрица выглядит. Значит, это то, что у нас получилось при помощи кодирования наших текстов при помощи вот этого аккаунт То есть вот x. ну и вот так это все выглядит. То есть у нас нули. Ну, во-первых, у нас три вектора получилось. То есть для каждого текста свой вектор. Нули стоят на позициях слов, которые не встречаются в тексте. Соответственно, не нулевые значения это количество раз, сколько данное слово встретилось. Ну и длина этого вектора каждого это просто вот общее количество слов, которые есть. Кстати говоря, здесь можно заметить, что у нас, видимо, при аккаунт vectorizer автоматически удаляются стоп-слова, потому что, смотрите, у нас здесь было i а ай больше нету. Короче, какие-то слова удаляются. У нас нету ай в словаре. Сейчас, может, у нас чего-нибудь нет. Вроде остальное есть. Да, там, типа is осталось, or осталось, там осталось, осталось. Но ай нету. <coughs> ну, вот, короче, вот так вот они заказировались, да, можем их ä, преобразовать, посмотреть, за какие слова что отвечает. Ну, вот можно посмотреть, где какое слово хранится, на какой позиции при помощи вот, get feature names. Ну и вот такая табличка у нас получилась для котировки этих предложений. Почему это плохо? Ну, как я уже сказала, во-первых, потому что в общем случае, когда мы будем работать с большими корпусами текста, у нас будут огромные векторы. Это не очень хорошо, с этим не очень удобно работать дальше. Во-вторых, но у нас как-то не очень много информации вообще о предложениях хранится. То есть, хорошо, мы учитываем частотность слов, но это все, что мы учитываем. То есть, у нас есть как признаки какие-то числа 1 и 2, и все. То есть, у нас вот есть числа, которые учитывают частотность, больше ничего они не учитывают. Они не учитывают никак важность слова в тексте даже. Потому что частотность — это не всегда про важность слова в тексте. Допустим, это слово может встречаться часто, но это какое-то слово из серии типа местоимения, и оно не имеет никакой смысловой нагрузки или там, ну, просто какая-то связка. Вот. Поэтому хотелось бы, как минимум, еще учитывать важность слова как-то по-другому, не только через количество. Ну и вот есть такой подход, который называется TF- кодирование Он тоже довольно простой. То есть здесь пока что мы все еще не учитываем особо ну, не особо вообще никак не учитываем там расположение слов в тексте, связь друг с другом. Нет. Но в tf TF учитывается теперь не только то, насколько часто слово встречалось в данном тексте, а то, насколько это вообще в целом популярное слово. То есть идея такая, что мы хотим ну, каждому слову дать какой-то свой вес. Мы будем сначала читать, считать TF. TF — это просто частотность слова в текущем тексте. Вот в данном, который мы сейчас рассматриваем просто доля этого слова. А есть еще IDF. Это, по сути, мы смотрим вообще на все корпусы текстов, которые у нас есть, и смотрим на то, насколько часто это слово вообще во всех текстах встречалось. Зачем это делается? Ну, считаем, что чем чаще встречается слово вообще в целом по всем текстам, тем менее оно важное. Ну, если оно часто встречается, это значит, что это какое-то там типа «эй» или, не знаю, ну, короче, «местоимение», что-то такое. То есть не какое-то специфичное слово, которое вот нам очень важно для понимания текста. Поэтому здесь считается как бы обратная частота встречаемости в корпусе. Ну и берется еще логарифм. То есть здесь у нас частота встречаемости в тексте. Чем чаще встречается слово в тексте, тем более оно важно для текста. А здесь обратная частота встречаемости в, во всех текстах. Чем реже встречается слово всего во всех текстах, тем более оно важно для нашего текста. Ну, если оно там встретилось. Вот, идея такая. Ну и потом это, короче, просто все перемножается, вот эти два коэффициента, которые получились, и получается TF и DF. Вот так кодирование работает. Там есть еще немножко другие реализации TF и -а. короче, там логарифмы кое-где по-другому по считаются. Ну вот, идея такая. Ну вот, здесь, по-моему, есть ссылка как раз на... На что? На Википедию. Да, вот есть ссылка на Википедию, Короче, как-то еще по-другому это можно считать все, вот, логарифмы по-другому считаются страшно как-то, но идея одинаковая. <coughs> Давайте попробуем теперь использовать TF-IDF кодирование для наших текстов. Берем те же самые предложения, теперь берем TF-IDF tokenizer и все той же самой библиотеке того же самого модуля. У нас опять словарь получается. Опять в виде Sparse Matrix хранится. И в итоге... В итоге... Вот так вот у нас выглядят итоговые закодированные векторы. Давайте посмотрим, что здесь получилось. смотрите, у OR 0. Большинство, ну, ладно, не везде. Но, короче, в первых двух предложениях у OR 0. Ну, потому что это слово, видимо, часто встречалось в целом в текстах. Но в третьем... Сейчас включу. в третьем тексте. Что у нас за третий текст был? В третьем почему-то уор не ноль. Ну, ладно. А, господи. Здесь ноль, потому что они вообще не встречались. Да, я, конечно, молодец. Сейчас давайте... И okay, смотрим. Да, ноль это, если вам вообще ничего не встречалось. Значит, веса поменьше будут у тех слов, которые ну, как бы не очень важны для понимания данного предложения. Веса побольше у тех слов, которые прям очень важны. Вот, например, здесь... Сейчас найдем что-нибудь. Ну вот, например, у май там вес вышел пониже, чем у Кэт, да, потому что Кэт более важно для понимания этого текста, а там май ну, не так важно, видимо, оно более часто встречалось. Ну, хотя это неправда здесь. Ладно, у нас такой себе пример. Сейчас, что у нас тут, например, не очень важно? Ис. Но здесь большой вес у из, потому что из встречается два раза. А во втором случае из is меньше вес. Ну, короче, в любом случае мы как-то учитываем это все, да, и видим, что у нас вес разный, даже если слова встречаются одинаковое количество раз. Это у кэт другой вес, не как у май, например, хотя слово встречается по одному разу в предложении, учитывается еще общая встречаемость в текстах. Вот. Ну, короче, можно придумать какие-то примеры, где более все очевидно. Там вот у слов, которые будут встречаться очень редко, ну, наоборот, очень часто будет прям маленький вес. Вот. Сейчас, наверное, как раз посмотрим на корпусе текстов. Будет пополезнее. В общем, вот так вот работают все методы. Такие два самых простых. Давайте теперь попробуем поработать с реальными данными. Значит, здесь датасет, который... Надо еще их скачать. Датасет с твитами. Есть два набора. Значит, положительно окрашенные твиты и негативно окрашенные. Ну вот, посмотрим, как они выглядят. Угу. Ну, как-то так. Уже сразу можно заметить, что тут, короче, куча будет всякого, всякой пунктуации, всяких символов, там, ссылок, упоминаний и так далее. Ну и вот есть лейблы. Сейчас, я то Вы что, просто склеили? Ну вот, короче, есть позитивно окрашенные. Отлично, позитивно окрашенные. Да, интересный набор. Давайте их разобьем на трейный тест. Вот здесь сейчас у нас вообще он перемешивается, надеюсь. Окей. Okay. Mm, okay. Да, разбили на тренинг тест. И давайте теперь попробуем с этими текстами поработать. Значит, есть еще один подход для того, чтобы обучать модельки на текстах. Он называется энграммы. Ну, короче, работа с энграммами. Энграммы — это, по сути, взятие последовательности несколько токенов из исходного текста. Ну, токены — это вот ну, по умолчанию, если мы разбиваем по словам, это слова. Короче, это просто вот части, на которые мы разбили текст по токенизации, после токенизации да, токена. Вот, короче, можно работать не с одним токеном, а делать признаки из связки подряд под идущих токенов. Почему это может быть хорошо? Типа, вот почему может быть хорошо рассматривать не только вот по одному слова, а сразу несколько подряд идущих? В чем вообще плюс? Как вам кажется? Можете еще раз повторить, что такое энграммы? Да, энграммы — это просто последовательности подряд идущих токенов. То есть вот, например, у нас было предложение, если бы мне платили каждый раз, и по умолчанию мы бы просто взяли и разбили предложение на «если бы мне платили каждый раз». А здесь мы будем рассматривать, например, если бы потом бы мне мне платили платили каждый и так далее то есть вот такие признаки еще будем смотреть может повторения какие-то будем находить а как ну вдруг где-то в тексте такая же встречается абсолютная часть окей okay. Ну, не то, чтобы это очень нам полезно будет при обучении модели. Вот здесь есть комментарий про добавляется окраска. Да. Но в целом это нам помогает немножко побольше, хотя бы как-то на самом деле, посмотреть на связь между словами. То есть мы, по сути, теперь будем в качестве признаков использовать не только отдельные слова, которые у нас встречаются, мы будем использовать связки слов. Типа два подряд идущих слова — это будет вот отдельный признак, который мы будем кодировать ну, там, при векторизации это хорошо, потому что, возможно, какие-то слова часто встречаются вместе, и они вот несут какой-то, какой-то вообще смысл для понимания текста. Собственно, таким образом мы даем хоть какую-то информацию о связи слов-предложения. Конечно, не полную, но все-таки. Вот, можно использовать два грамма, это вот два подрядущих слова, можно использовать там три граммы, ну и так далее. Вот, давайте попробуем это сделать значит в nltk есть модуль ngrams ну и собственно мы сюда можем подать это не модуль это функция мы можем сюда подать значит, предложение и указать скольки грамм мы хотим ну если мы пишем один то у нас просто разбивается по одному слову это униграмма называется можем подать сюда предложение написать два будут биграммы то есть вот как раз у нас будет если бы был мне мне платили платили каждый каждый раз можно написать 3, будут 3 граммы. Можно написать 5, будут ну, пентаграммы, видимо. Ну, вот, больше пяти у нас здесь точно нет смысла указывать, потому что у нас всего шесть слов предложения. Ну, и пять уже тоже плохо. Вот, и а можно попробовать учить как раз-таки нашу модель на таких штуках. То есть не отдельно на словах, а на n-граммах. Это дает чуть больше информации о тексте для модели. Но сейчас посмотрим, как это будет работать. Вот. Тут есть такая проблемка, что может все переобучиться, потому что мы можем дать слишком большие энграммы, ну и, значит, наша модель будет слишком как это, господи, обучаться под наши данные. Вот. Ну и, кстати говоря, эти энграммы можно самостоятельно разбивать секс на энграммы, как мы делали здесь, а можно также подавать параметр. Есть, в общем, в Count отдельный параметр, который называется энграмм range. И вот при векторизации по умолчанию будут у -у указываться униграммы. То есть просто вот каждое слово будет векторизоваться, переводиться в число. Можно указать, например, вот так, вот range 3.3, это будут 3 граммы, только они будут указываться. А можно указать вот такое. Значит, от 1 до 3 это значит, что мы будем учиться и на униграммах, и на биграммах, и на 3 граммах. То есть сразу много признаков у нас появляется. Давайте перейдем к обучению. Значит, что мы здесь делаем? Мы сначала векторизуем наши данные, используем просто униграммы, да, вот инграм range 1. В целом, мы могли бы это не прописывать, у нас по умолчанию он такой. Вот, и используем back of words. Count это просто back of words. То есть самый тупой способ кодирования. Дальше мы трансформим наши данные, шкалируем их и обучаем логистическую регрессию. Посмотрим, что выйдет. Ну, кстати, я так сказала, что back of Word, самый тупой способ кодирования. На самом деле бывают случаи, когда back of Word работает лучше, чем TF и потому что, например, когда у нас довольно маленький корпус текстов, то есть у нас мало данных, то TF и он, по сути, даст нам переобучиться под данные. Потому что, по сути, ну, при TF-кодировании мы как бы учитываем важность данного слова. Ну, а может быть такое, что вот по нашему набору текстов на самом деле важность слова особо не учитывается. И вот мы обучились на нашем небольшом наборчике текстов, а потом на тесте встречается такое же слово, соответственно, ему дается такая же важность, а на самом деле важность у этого слова вообще совсем, совсем другая. Ну, короче... То есть могло быть такое, что в нашем наборе текста это слово там довольно часто встречается, вот мы даем ему большой вес, ой, наоборот, маленький вес, если оно часто встречается, а на самом деле это слово типа, довольно часто встречается. Короче, может быть что-то такое, то есть мы можем как бы подобучиться под наши данные, и модель будет плохо работать, и с маленькими наборами текстов лучше работает самый простой способ, который back-of-words, ну, в сравнении этих двух. Так, у нас обучилась тем временем логистическая регрессия. Чего вышло? Смотрим, что у нас вышло. Precision 0.76, 0.77, Recall, ну, короче, да. 0.77, 0.76, Accuracy 0.76. Ну, хорошо. Ну, будем считать, что для модели, которую мы вот, вот так вот обучили, довольно неплохо. При этом я напомню, что у нас задача поиска окраски текста. Вот, а работа с текстами — это уже посложнее задача, чем просто задача бинарной классификации на табличных данных. Так что 0.76 секурси — это нормально. <coughs> вот, можем попробовать обучить на 3 граммах. Указатель на грамм Range 3. Наверное, мне не стоило это переспускать, потому что на 3 грамма будет учиться еще дольше. Ну ладно. Но ну, тут говорится еще и что стало хуже. По-моему, там был что-то типа 0,65. Ну вот на 3 граммах становится хуже. Окей. Вот, можно проверить TFIDF кодирование. Ладно, right, давайте это не будем выполнять. Вот это выполним. Здесь нам нужно получить вывод. Короче, здесь у нас теат и тоже на э, униграммах, на словах. <laughs> Ну, все еще учится о доучилась ура смотрим что вышло вышло 076 ну по моему ничего не изменилось да, да у нас здесь было 076 здесь тоже стало 076 ну ладно окей Вот, потом здесь есть немножко, немножко про... Uh -huh -huh. про пунктуацию. Сейчас тут тоже ничего не выведено. Грустно. Ну ладно. Давайте допустим это все-таки. Тут важный момент. Короче, это как раз-таки про пунктуацию. Вот, как я уже сказала, у нас датасет с цветами, и там, оказывается, при обучении, если посмотреть на самый важный токен, самым важным токеном окажется скобочка. Вот сейчас мы это увидим. А, и здесь мы еще, значит, тогда мы по умолчанию когда использовали векторайзеры, мы использовали обычную токенизацию по сплиту. Здесь в аккаунт-векторайзер, ну, и в tf и tf-векторайзер можно использовать также отдельные токенизаторы указывать. То есть, например, здесь у нас будет word-токенизер, это тот, который просто отделяет слова. То есть, вот тут вот у нас а, была токенизация по сплиту. Соответственно, все смайлики, они, ну, если человек не отделял их пробелов, они склеивались со словами и не были отдельным признаком. А вот тут мы будем их отдельно выделять. Да, мы используем Word он отдельно отделял смайлики. Ну вот посмотрим, что будет. Ну, короче, спойлер, все будет хорошо, но мы подождем. Так, ура! Ура, ура! У нас вывелись метрики. Ну, соответственно, смотрим, что у нас вышло. Экураси вышла почти единичка. Почему так вышло? Потому что у нас появились смайлики. Если мы посмотрим вот сюда, это, короче, мы пытаемся достать самый важный признак. То есть вот эта штука в целом, это... Нет, вот это. Сейчас. Это, короче, важность слов в словаре. Ну и, соответственно, мы достаем слово из словаря с самым большим индексом, самым большим коэффициентом. Оказалось, что это скобочка. Вот, то есть, по сути, если мы даже возьмем, и не будем использовать никакое машинное обучение и обучим, короче, классификатор, который будет работать так. Он смотрит, есть в предложении скобочка или нет, ну, в тексте или нет. Если она есть, то мы говорим, что это позитивно окрашенное предложение, если нет, то негативно, то такой метод будет работать нормально. <laughs> вот, давайте тоже пробуем это сделать. Короче, вот ровно это мы здесь делаем, да, берем самый популярный токен, который у нас получился, у нас это скобочка, и делаем следующее предсказание если это, ну, короче, если там есть этот токен в твите, то это позитив, если нет, то нет. ну, работает даже такое чуть, чуть долго, потому что у нас там большой корпус текстов. И, короче, accuracy 0.91. То есть у модели, ну, логистической регрессии, которая пыталась там что-то обучаться, пыталась что-то делать, у нее вышла accuracy 0.76. А если мы напишем модель, которая будет просто смотреть на скобочку, то у такой модели будет accuracy 0.91, и тут прям вот позитивный класс отлично определяется. Интересно. Ну, вот это такие, типа, специфика этого корпуса текстов. Вот с цветами так работает. Супер. Вот, это, значит, примеры того, как выглядят цветы, но ну, и можно заметить, что здесь действительно, короче, везде везде эти скобочки есть. Да, так что сработало. Вот есть еще про, если говорить про энграммы, мы говорили про словесные энграммы, когда мы брали сочетание из нескольких слов идут по, Господи подряд идущих слов. Вот можно брать еще символьные энграммы, это когда мы берем сочетание из нескольких подряд идущих символов, ну, соответственно, букв, там, символов, которые встречаются. Так мы ну, тоже можно делать. Для этого нужно указать здесь анализеромучар, ну и тоже указать скольки граммы мы берем. А какие здесь есть плюсы? Плюсы есть то, что у нас теперь наш корпус текстов будет... Ой, не корпус текстов, а словарь будет состоять из... Ну, вот размер словаря, размер алфавита, плюс количество символов, которые встречаются. То есть довольно мало всего вообще будет слов. Потому что... Ну, не слова, а токены. Потому что токены — это вот просто наши символы будут. Но вопрос, конечно, как такая модель будет работать. Но иногда это тоже может быть полезно. То есть рассматривать отдельно символы отдельно какие-то слова буквы символы вот такое тоже можно пробовать обучить и у нас тут тоже выйдет то же самое что выходило вот здесь примерно потому что у нас главный символ это скобочка вот возможно даже лучше выйдет вот но в общем случае так бы скорее не вышло да у нас так повезло потому что скобочка очень важный символ прям, ну вот, критически. Вышло лучше. Вышло 0,98 аккурсе. Окей. Так, дальше здесь немножко небольшой кусок про регулярки, регулярные выражения. Ну вот основную часть о том, что мы должны были поговорить, мы поговорили, да. Самое важное это вот про предпроработку текстов, про токенизацию, про векторизацию. Да, основные методы работы. Еще иногда может понадобиться извлекать какие-нибудь куски из текстов или искать какие-то шаблоны. Для этого существует такая штука, как регулярные выражения, называется библиотека вот так ре. Ну и, значит, регулярные выражения выглядят следующим образом. Есть, по сути, четыре основных правила, как мы их можем прописать. Регулярное выражение — это в целом шаблон, который мы хотим найти. Вот здесь есть пример этого шаблона. Значит, э, знак вопроса означает, что мы на месте знака вопроса можем иметь ноль или одно повторение этого символа. То есть мы после символа вставим, например, знак вопроса, это значит, что такой символ может встречаться ноль или один раз. Дальше есть звездочка. Это значит, что у нас ноль или более повторений. Дальше плюс — это одно или более повторений. И точка — это любой символ, но обязательно любой символ один должен быть на этом месте. Смотрим, что у нас здесь за выражение. A, B плюс C точка. Значит, A, B — это то, что обязательно должно встречаться. Дальше плюс — это означает, что у нас должен быть одно или более повторение этого символа. То есть у B ну, давайте выведем сразу. B должно быть одно или более повторений. Одно подходит, больше подходит, ноль не подходит. Дальше C обязательно должно быть. И после этого обязательно должен быть один любой символ. Ну и мы пытаемся найти вот такой шаблон вот в этой строке. Что у нас получается вот такой результат. Значит, A, B, C, D смотрим вот здесь. Дальше A, B, C, A. Это вот это. Но смотрите, у нас тут, казалось бы, еще почему вот это не подходит У нас тут есть A, B, C, X Почему он не подходит? Плюс одно или больше повторений э, Да, ну нам подходит Там B один раз повторяется Но у нас после B Ну, в смысле, плюс-то Это означает, что в плане Именно, а, там, господи, там буква B Чтобы было повторялось, я думаю, просто да, да, буду... Чтобы B один или да. больше раз повторялась Ну, то есть, смотрите, вот ABCD у нас же подходит, ABCA тоже подходит. Почему ABCX не вывелась? Когда странно. Тут Ответ более простой, чем ожидалось. Короче, оно не вывелось, потому что ABCX является частью предыдущей последовательности, которая нам подходит. Оно ищет, ну, не как бы не все, которые подходят, а последовательно. То есть оно вот идет по тексту, смотрит. ABCD подходит. Идем дальше. ABCA подходит. А дальше оно как бы начинает рассматривать с B. Ну, а вот BCX нам не подходит. Нам бы подходило ABCX, но мы ABCA уже взяли. Поэтому ABCX C нас не возьмется. Вот. Еще здесь есть, например, ABC. Почему ABC не подходит? Ну, потому что вот точка требует хотя бы одного символа. Требует один символ. Да, или... точка — это ровно один любой символ, не пустой, поэтому ABC не подходит. Окей. Вот, ну вот еще какой-то пример есть, например... A B плюс C. Точка, и вот такая последовательность. То есть вот у нас несколько бишек здесь встречается. Такое тоже подходит. Потому что плюс это одно или более повторение того символа, после которого идет, э, да, после которого идет плюс. Окей. Значит, есть еще метод разбиения текстов. Ну, собственно, в этом библиотеке с регулярными выражениями. Есть метод сплит. Он просто бьет наши тексты. То есть, вот он может работать как обычный сплит. Можем сюда написать там пробел, тогда будет биться все по пробелам. Можно написать любой символ, по которому будет биться. Ну, короче, работает как сплит. Но можно еще кое-какие нюансы здесь указывать. Например, можно указать максимальное количество разбиений, которое мы хотим. Что это значит? Это значит, что мы будем идти сначала до конца бить наш текст, и как только у нас появится вот такое количество раз разбиений, которое мы указали, мы больше бить не будем. То есть вот здесь вот мы указали сплит равно 2, мы разбили... Что мы разбили? Вот первое слово отделили, второе слово отделили, и все. То есть у нас максимум два сплита, то есть максимум два пробела мы рассматриваем. А остальное мы как бы склеиваем вместе. Ну, вы тоже можете это понадобиться, такой метод есть. <coughs> вот, есть еще метод SAP, который заменяет подстроку на другую подстроку. То есть мы здесь как бы ищем символ, заменяем его на другой символ в вот такой подстроке. Ну, это в целом все как, работает, как обычные встроенные методы в питоне с этими реплейсами. А вот нашли A, заменили на, все A на B. <coughs> вот, при этом replace там можно указывать не только символы, но ну, и подстроки, которые, на которые мы хотим заменить. Можно еще указывать сюда функцию, по которой будет происходить замена. Вот, например, мы указали функцию, которая будет еще значит, считать какое-то количество. Ну, короче, какая-то по счету замена, и вот у нас, например, там A заменяется на вот такую штуку, типа A, решетка, количество, ну, номер замены. Вот так вот у нас произошло, то есть любые функции что-то также можно указывать. Ну, значит, не очень интересно. Значит, это в целом то же самое. Это мы просто смотрим на вложения. Вот, есть еще compile. Compile, например, делает следующее. Значит, мы оставляем, по сути, вот здесь только те символы, которые мы написали в compile. То есть вот здесь указано, что мы берем только буквы, от А да, до да, Я в большом регистре, в верхнем регистре, в нижнем регистре, букву Ё еще берем. Вот. И, ну, короче, вот эти символы мы все берем. Если попробуем применить, то у нас все остальное, что не включается в эти символы, просто выкинется. То есть вот у нас знак вопроса выкинулся, пунктуация какая-то выкинулась, восклицательный знак выкинулся. Ну, короче, вот тоже такое, такая типа фильтрация происходит. Вот, здесь какое-то небольшое задание, которое можете попробовать его сделать Вы сами. Так, ну и тут есть такой небольшой кусок про категориальные признаки. Значит, здесь, по сути, говорится про то, что вот раньше... Это уже не про тексты особо, это просто про категориальные признаки. Значит, раньше мы там смотрели на лейбл encoding, мы смотрели на one-hot encoding, есть еще такие подходы. А, кстати, может, вам даже говорили про них на лекциях, говорили ли вам про счетчики? Нет, наверное. А, ну хорошо, ладно, тогда не говорили. Короче, есть подход еще к кодированию категориальных признаков через счетчики. Вот самый простой вариант – это обычное минтаргет кодирование. Это, короче, когда мы берем, смотрим на категориальный признак, смотрим на значение этого категориального признака, и для каждого значения мы смотрим на среднее значение целевой переменной по такой категории. И, короче, вот каждую категорию мы кодируем следующим образом. Вот, то есть по сути мы здесь основываемся на идее о том, что нам вообще, говоря, неважно, какие там категории, как они называются. Ну вот, типа есть у нас датасет с машинами, есть там цвет машины. Вот есть черный цвет, есть золотистый. Мы, когда кодируем, мы смотрим на все машины черного цвета, считаем среднее значение по целевой переменной, там по стоимости машин черного цвета. И вот так кодируем значение черный. Потом смотрим на золотистые машины, смотрим на среднее значение стоимости по золотистым машинам и кодируем таким образом. Вот, то есть, по сути, мы как бы основываемся на таргете, даем модели знания о таргете, наши данные. Вот, ну, тут уже тоже может быть понятно, что это может привести к переобучению, так как мы даем модели прям явное знание о целевой переменной. Также там есть некоторые нюансы, в целом связанные с редкими категориями в том числе. Ну, то есть, вот если у нас там в датасете была куча этих черных машин, то, наверное, кодирование будет еще ну, плюс-минус нормальное. Да, по среднем по целевой переменной. А если у нас там была одна золотая машина, и вот мы, короче, закодируем вот этой одной стоимостью, которая была, ну, наверное, не очень хорошо. Не очень хорошая идея. Ну, вот для счетчиков есть там различные штуки, которые позволяют бороться с переобучением, в том числе. Вот. В целом они реализованы. Сейчас тут есть вообще у нас эти счетчики. Ну да. Короче, вот так вот, например, можно реализовать счетчики. Мы просто считаем мин таргет Берем, например, ну вот здесь у нас кодировка по полу. А, это тот же самый датасет с титаником, который мы уже много раз видели. Короче, берем, группируем там по полу, смотрим на выживаемость, считаем среднее значение. Ну вот для каждой категории оно посчитается, и потом мы просто вот берем, ну и, соответственно, заменяем значение пола на среднее значение целевой переменной, вот, которую мы бы считали для разных полов. Ну и вот таким образом мы можем обучить модель, ну и посмотреть там, что выйдет. Давайте запустим быстренько. Должно недолго обучаться. Mm -hmm. Ну вот, например, у нас здесь one-hot encoding дал accuracy 0.77, минтар tar encoding дал accuracy 0.79 тут еще есть немножко про модификации. И еще я вам скину, я тут открыла, короче, в конспектах Соколова есть немножко про счетчики. Это конспекты из ФКН. Вроде в конце здесь было где-то про счетчики немножко, тоже почитать. Да, ну тут не очень много. Короче, вот здесь есть про счетчики. И а, еще я посмотрела, вроде у вас в домашках не будет счетчиков, поэтому надеюсь, что я ничего лишнего не скину. Короче, еще на ФК не была домашка, которая связана со счетчиками. Вот, если интересно, я могу скинуть свое решение этой домашки. Я не говорю, что оно типа на 100 из 10, но вроде у меня было с этой домашку типа 10. Вот, короче, здесь на реализацию счетчиков тоже посмотреть, мне кажется, может быть полезно. Там, типа, есть обычный менталь энкодинг, потом там какое-то добавление шуба, шума, э, сглаживание и так далее. Короче, я сейчас вам это скину все. Вот, тоже можно посмотреть. Так, ну и тогда, наверное, у меня на сегодня все, что я хотела рассказать. Есть ли какие-нибудь вопросы? Нам это вообще пригодится в плане на контрольный который у нас там скоро ожидается? Э, нет, на контрольное вас не будут спрашивать про счетчики точно. А в принципе про тексты эти, которые мы сейчас разбирали? Про тексты тоже, не, -не про тексты нет. Ну, в целом, я напомню, что контрольная, она довольно теоретическая. Типа вам там не нужно будет что-то особо практическое знать. Э, когда контрольная, вопрос интересный. Сейчас. Мне кажется, должны были в чате писать, нет? Нам вообще говорили, что после майских праздников. А, окей, вам еще не писали дату контрольной? Да, да, да. Но она еще, значит, не скоро. А то вы мне сказали, что она скоро. Окей. Но время еще есть. Но контрольная, да, она такая довольно теоретическая. Так, вам скидывали какой-нибудь, типа, нулевой вариант контрольной или что-то такое? Или еще Нет. нет. А, окей. Ну, значит, в ближайшее время это в канале по по появится. Можно в целом поискать на вики, там должны быть какие-то э, варианты прошлых лет. Вот. Ну там такое, типа, решение задачек. Вот также там должен быть список вопросов, которые стоит знать контрольные, ну, типа тем, которые нужны. Вот. Как-то так. Ну ладно. Все, тогда всем до следующей недели. Пока-пока. До свидания.